Мы находимся на монументе дружбы. Проходит любительский турнир по волейболу, зимнему волейболу. Собралось много народу. Здесь есть у нас любители, есть профессионалы. Они все соревнуются, отдыхают, им нравится, им весело. Мы все ждем лета. И волейбол нам этому только способствует. Прежде всего, волейбол на снегу – это эмоции. С помощью них команда может задавить противника, скажем так. И ты очень хорошо настраиваешься. На снегу неудобно играть, но на снегу очень весело играть. Зима заканчивается. Скоро вот этот снег весь сойдет, наконец-то песок будет. С удовольствием поиграем. На песке сложнее, потому что здесь единственный минус – скользко. Все, больше здесь минусов нет. То есть в песке ноги увязают больше. Во-вторых, жара сложнее. Ну, по крайней мере, я переношу жару хуже, чем вот такой мороз. На мне сейчас на данный момент 3 пары носков, 2 пары штанов и 4 кофты. Но не холодно, кстати. Когда двигаешься, вообще жарко. Я даже вспотела. Кстати, 5 числа будут проходить тоже соревнования здесь, волейбол на снегу. Будет интересно. Так что всех приглашаем поиграть.